Количество новых заболеваний коронавирусом в Одесской области продолжает расти. За последние сутки медики зафиксировали 157 случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии в регионе уже заболели 82 090 человек. В Минздраве сообщили, что от осложнений коронавирусной инфекции умерли два жителя Одесской области. В то же время количество пациентов, которые побороли болезнь, продолжает расти. За эти сутки отрицательный тест на COVID-19 получили 238 человек, из которых 154 одесситы.